Привет. Здравствуйте. А вы собираетесь забирать человека? Выходим. Нашего соседа прекрасного. Девушка, будьте. Выйдите, пожалуйста. Отвратительно, конечно. Как не стыдно. Можем мы как-то... Выйдите, пожалуйста. Я вас сейчас прошу. Выйдите, пожалуйста. У нас же правительство правильное. У нас же Путин же хороший. Он же всех спасает, пожалуйста, американцев тоже. О задержании подозреваемого в порядке статьи 91-92 УПК Илья Валерьевич написал, что он, конечно, с задержанием не согласен, поскольку оно незаконно, необоснованно, политически мотивировано, и ему непонятна суть предъявленного подозрения пока, поскольку обвинение будет предъявлено завтра.